Первая часть регаты прошла в мае на озере Гарда в Италии. Тогда среди юных яхтсменов России, Италии, Франции лидировали наши соотечественники. И вот ответный визит. Сочи принимает известных юниоров в различных классах яхт. Мы очень рады, что представилась возможность провести гонки в Сочи. Мы ничуть не пожалели об этом решении. Мы подружились с Российской Федерацией парусного спорта. Это первая регата. Надеюсь, что на этом мы не ограничимся и продолжим традицию в дальнейшем. Регата для юниоров считается крупным международным парусным состязанием. Гонки будут проходить в одиночном классе яхт «Лазер-Радиал», двойки 420 юноши и девушки, двойки 29 открытые экипажи могут быть смешанными, и вид серфинг RSX юноши и девушки. Этот вид спорта дает отличную возможность общаться с людьми, участвовать в соревнованиях высокого уровня, и я от этого получаю удовольствие. 17-летняя сочинка, гордость нашего города, Екатерина Зюзина на чемпионате России в олимпийских классах яхт заняла второе место и попала в олимпийскую сборную страны. Сейчас она также настроена на победу, лишь бы ветер не подвел. Вообще в такие моменты обычно создание чистое. Ты идешь и думаешь о скорости лодки, ну, принимаешь какие-то тактические решения, и потом, вне зависимости от того, решение было верным или неверным, надо идти и думать именно о ходе лодки, выжимать максимальную скорость из лодки, чтобы обогнать всех, быть впереди. Регата для юниоров России и Италии будет проводиться до 11 октября. Победители определятся в каждом классе. Кроме насыщенной спортивной программы, гостей Сочи ждут экскурсии, в том числе и вечерние с посещением горы Ахун. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.